Эдуард Мухаметов назначен начальником Главного управления Минюста России по Приморскому краю. На церемонии вступления в должность присутствовали представители Законодательного собрания Приморья и Думы Владивостока, глава дальневосточной столицы, главный федеральный инспектор, руководители правоохранительных и надзорных структур региона, краевых ведомств. Представляя Эдуарда Мухаметова, министр юстиции России Константин Чученко отметил его большой опыт службы в этой сфере. Хочется пожелать Мухаметову Эдуарду Нареевичу уделять пристальное внимание реализации поставленных перед Главным управлением Минюста России по Приморскому краю ключевых задач, организации эффективного взаимодействия с территориальными органами подведомств Минюста России, федеральных служб и судебно-экспертным учреждением, расположенным в регионе, выстраивание конструктивных отношений с руководителями органов власти, субъектов, нацеленных на достижение общего высокого результата. Олег Кожемяка поздравил Эдуарда Мухаметова с назначением на должность, подчеркнув, что правительство края взаимодействует с Минюстом по самому широкому спектру вопросов.